представляем главное предложение дня. Самые вкусные, яркие 5 французских ароматов, которые покоряют самых интересных модниц нашей страны. Действительно, эксперты утверждают, что аромат – это эмоция во флаконе, которая влияет на окружающих людей. И сочетание 5 великолепных чувственных ароматов, которые воспевают красоту, страсть и жизнь, и любовь к жизни. Самые любимые ароматы собраны в коллекции известных французских брендов. Это набор туалетной воды, который индивидуально подобран на все случаи жизни. И роскошный парфюм для вас за 1799 рублей. Каждый флакон 60 миллилитров – это Клима, еще который в 1967 году стал абсолютным хитом. Сколько эпохи в этом аромате. Это нарцисс, ландыш, фиалка, жасмин, это альдегиды, розмарин и тубероза. Потрясающая коллекция. Конечно же, это Фиджи, Гелиарош, это восточно-цветочный аромат, который назван в честь тропического острова с его экзотическими яркими цветами. Этот аромат будоражит. Фиджи еще в 1966 году был как раз-таки на прилавках французских магазинов и тут же раскупался. Он очень яркий и очень модный. Он действительно является визитной карточкой модного дома Гелиарош. Это мускус, пачули, жасмин и амбра. Конечно, я обожаю мажинуар. Это черная магия, которая появилась на свет, я уже рассказываю, еще в 1978 году. И, кстати, аналог мажинуар – это шипровый аромат. Бергамот, гельбдаун, черная смородина, ладан, пачули, мира. Я обожаю такой аромат. И, кстати, он действительно является один из самых модных. Мой любимчик. Сиреневый цвет, конечно же. Еще в 1927 году появился потрясающий аромат, который называется Арпеж. Кстати, если вы любите Ланком, если вы любите ароматы с нотой сирени, которые повторяют, знаете, ощущение, что вы находитесь на Эйфелевой башне во Франции, в Париже, где-то, знаете, цветет вкусный куст сирени или, допустим, лаванда. Боже мой, это же аромат Парижа. Это для вас. Здесь у нас зеленый петигрейн, персиковый цвет, зеленый чай, амбра, мускус, потрясающий белый кедр. Посмотрите, невероятная красота, просто бесподобный аромат. Знаете, это такое утро во Франции, где вкусные круассаны, где потрясающий капучино. И вы понимаете, что жизнь удалась. Вот это все, что вы сегодня получаете от этой коллекции. Действительно, потрясающая коллекция. Еще хочу сказать, да, что сегодня мой любимчик, один из, да, вот как раз аналог этой клад, Ландвина, о чем я и сказала, что это действительно аналоги очень известных, скажем, да, вариантов. И, конечно же, это Пуазон. Пуазон – это Диор, это семейство ароматов цветочный, аналог Пуазон. Яркий, терпкий, вкусный, насыщенный мед, кедр, ирис, ландыш, болгарская роза, шипровый аромат. Знаете, я его, кстати, очень люблю в осенне-зимний сезон использовать. Потому что этот аромат шлейфовый, вы заходите и вас чувствует. Вообще так интересно, что этот аромат, он стал настоящей сенсацией еще в 1985 году, его помнят. И, кстати, это был действительно не самый лучший период у модного дома Dior, и тогда, к моменту триумфального появления ключевой коллекции Miss Dior пришло уже более 30 лет. И хотелось какой-то новинки, ее очень долго не могли найти. И вот как раз президент Диор в 1982 году, он начал выдвигать в идею как раз создать кардинально новый запах, который бы взволновал, покорил женщин. Там им было представлено 800 образцов, вы представляете? И они искали вот именно такой немножко удушающий парфюм, необычный, харизматичный, терпкий. И ему нужно было дать именно какое-то особенное имя. И вот представляете, идею такого названия позаимствовал он из высказывания французского поэта Поля Валери. «Это духи, это яд для сердца». Или Пуазон как раз, да, слово, которое окружало суть творения.
Насыщенный, терпкий, броский. Его узнавали тут же, и по нему узнавали обладательницу, да, именно ту обладательницу, у которой был такой аромат. Поэтому, конечно, сегодня, несмотря ни на что, выбирайте 5 французских ароматов, 5 настроений, 5 эмоций, вы уже надолго будете чувствовать свое превосходство. Галина Третьякова из Москвы нам говорит о том, что действительно ароматы, недоступные в молодости, стали отличным подарком самой себе. Я пользуюсь регулярно. Галина, я с вами полностью согласна. Вы знаете, я вспоминаю, когда у мамы первый раз появился аромат Клима, тогда как раз муж ее пациентки ей подарил, она помогла им родить ребенка, 11 лет они не могли родить ребеночка, и очень долго как бы семья была в терапии, и вот когда случилось, приехал супруг, он был дипломатом, он ездил в разные страны, но тогда я еще была маленькой совсем, это было очень, скажем, сложно, да, нежели сейчас, и маме тогда подарил он аромат Клима и золотые часы на руку. В то время это был невероятно, ну, в то время, мне кажется, это как сейчас машина, да, такая, ну, не самая дорогая, но в любом случае, то есть это было очень дорого. Я вспоминаю вообще первый раз, когда я попробовала этот аромат, я поняла, что он на мне был, наверное, целый день. Мама так его берегла, на трюмо он стоял, я помню, вот как она открывала трюмо, как она смотрела в это зеркало, как она им пользовалась. Каждая женщина выбирает для себя самое лучшее. Поэтому, дорогие мои, выбирайте 5 советских любимых, потрясающих ароматов, которые созданы покорять, которые созданы творить. Вы выбираете самое лучшее. 1799 рублей. И, знаете, я никогда не привязываюсь даже к сроку годности. Да, срок годности у нас 5 лет. Но самое главное, что у меня, допустим, есть духи, которым уже 10 лет. Считается, духи, чем старше, тем они становятся дороже, да, как вот дорогой выдержанный коньяк. Наша композиция произведена во Франции, об этом говорит голографический знак, да, который находится у нас именно на самой коробочке. Обратите, пожалуйста, внимание, поэтому, конечно, для вас сегодня самое настоящее и любимое. Не забывайте, сегодня заказывая наши лучшие предложения на сумму 2990 рублей, вы получаете саше бренда Vivaton в подарок. И, конечно же, главное предложение дня – необыкновенно яркие французские ароматы.